18-я школа города Элисты гордо носит имя Басана Бадминовича Гордовикова. Накануне в рамках празднования 110-летия со дня рождения народного генерала в музее школы прошел открытый урок для учащихся старших классов. В рамках мероприятия состоялся показ документального фильма «Генерал Гордовиков. Мастер прорыва». Школьников познакомили с биографией Басана Бадминовича, рассказали о его боевом и трудовом пути. В рамках этого юбилейного года мы проводим ряд мероприятий. Это конкурс чтецов и на калмыцком, и на английском языках. Это дети начальных классов активно участвовали, конкурс рисунков, документальные фильмы подготовили о нашем музее.